Его удалось отправить за границу. За двухлетним Савелием приехали врачи из Израиля. Мальчик нуждается в экстренной помощи. У него отказали обе почки. Наша съемочная группа встретила иностранных медиков и вместе с ними побывала в реанимации на первом осмотре ребенка. Подробности в эксклюзивном репортаже. Детская областная клиническая больница. 6 утра. Родители и врачи в ожидании израильских докторов. Самолет задерживается на час. Назначалась антибактериальная терапия, инфузионная терапия. Неоднократно ребенку переливалась кровь с подбором отмытой эритроциты, плазма свежезамороженная. Ну, самое основное, это проводилась искусственная почка. Маленький Савелий уже 4 месяца в реанимации. И вот медики прибыли и сразу провели первый осмотр ребенка. Челябинские доктора подготовили ребенка к транспортировке. На машине скорой помощи Савелия увезут в аэропорт Екатеринбурга, а потом на самолете в израильский госпиталь. Сложная операция. Надо подыскать донора. Донор может быть родственники, могут быть трупы, так сказать. То есть это тяжелая работа, технически тяжелая операция. Мать ребенка готова пожертвовать собственной почкой. В качестве донора она подходит лучше всего. Я хочу поблагодарить всех людей. Без их помощи эта поездка не состоялась бы просто. Елена не перестает благодарить телезрителей, которые дали ребенку шанс на выздоровление. Сбор средств на операцию продолжается. Денег, которые поступили на счет, а это почти 1,5 миллиона рублей, хватит только на перелет и обследование. Банковские реквизиты Савелия на сайте 31 канала.